Все будет начинаться как обычный спектакль. Дети будут смотреть его, сидя за столиками с соком и сладостями. Однако в один прекрасный момент дела в волшебной стране не заладятся, и герои обратятся за помощью к юным зрителям. В итоге, конечно, добро победит. Детям хочется принести что-то новое, тем более, что мы всегда видим, что дети хотят и потрогать персонажей, и пообщаться лично с ними. И детям действительно тоже хочется стать главными героями этого действия и почувствовать, что именно они в этом году спасли праздник, именно они освободили Дедушку Мороза. Первое представление состоится 22 декабря. Помимо этого, в ДК «Молодежный» запланированы ретро-вечера для взрослых, а для православных верующих устроят встречу Рождества.